Танталовые конденсаторы изготавливаются в двух разновидностях корпусов. Первый тип – СМД-корпус. При изготовлении танталовых конденсаторов в корпусе для поверхностного монтажа элементы катода соединяются с катодным терминалом с помощью эпоксидной смолы с серебряным наполнителем. Элементы анода привариваются к несущему электроду, а стрингер срезается. Для фиксации используется специальный серебряный клей, и образовавшийся чип запрессовывается в форму с помощью эпоксидной смолы. Такой процесс обеспечивает оптимальную геометрию конденсатора и последующее удобство установки его на печатную плату. На окончательно сформированный конденсатор наносится код, содержащий значение номинальной емкости и напряжения, после чего производится контроль по основным параметрам – емкость, ток утечки, эквивалентное последовательное сопротивление. При формировании второго типа корпуса конденсатора анодный проводник приваривается к выводу анода и отрезается от стрингера. Несущий терминал катода припаивается к посеребренному телу конденсатора при опускании его в ванну с припоем. Далее конденсатор заполняется эпоксидным герметиком и помещается в сушильный шкаф для фиксации. Затем, как и в предыдущем случае, производится маркировка и контроль всех параметров. Основные преимущества танталовых конденсаторов проявляются при СМД-исполнении. При этом они оказываются более надежными при меньших габаритах.